Наша еженедельная рубрика «Спасибо, доктор» вновь привела корреспондентов Лабытнанского телевидения в городскую поликлинику. Сегодня героем сюжета стал врач-акушер-гинеколог Сергей Сухоруков. В профессии он уже больше 2 десятилетий. За это время женский доктор успешно освоил самые разные аспекты своей специальности. Светлане Кель удалось записаться к нему на УЗИ и понаблюдать, как работает профессионал лечебного дела. Оставив на время пациента к женской консультации, врач-акушер-гинеколог Сергей Сухоруков ведет прием в кабинете ультразвуковой диагностики. Сегодня по направлению коллег из родильного отделения он принимает будущих мамочек. Позировать на камеру своими округлыми формами беременные отказались. А вот малыш, который находится в утробе одной из них, казалось бы, рад такому вниманию. Очень хорошо видно кончик, лицо у ребенка намерение можно пустить. Вот сейчас кончик носа, верхняя губа, вырез губы, глаза, переносится, лоб вот сейчас видно, кончик носа. Очень хорошо видно все. Ну это вот какой срок беременности, вот здоров ли вот малыш? Да, с малышом все в порядке, 29 недель. Беременность – это особый период в жизни каждой женщины. Не всегда легкий, но всегда радостный. Двухмерное УЗИ дает возможность заглянуть в мир малыша, увидеть, как он шевелит ручками, ножками, хмурится и открывает ротик. Глядя на это чудо, родители, как правило, мучают один вопрос – кто, мальчик или девочка? Я считаю, что первый вопрос должен звучать – все ли в порядке с ребенком? Вот этот. Да, чаще всего звучит этот вопрос, да, кто у меня? Если он звучит, в первую очередь, у меня немножко негативное отношение. Не то, что к там вообще, а просто к этому вопросу именно негативное. И я в первую очередь смотрю ребенка, а потом уже, если увижу, то скажу, какой там секрет. Секретов нет. Несмотря на огромный профессиональный опыт, Сергей Сухоруков постоянно самообразовывается и повышает уровень лечебного мастерства. Женский доктор убежден, что залог успешного лечения – это правильно поставленный диагноз. УЗИ в гинекологии является одним из наиболее важных методов исследования. Находишь, если какой-то порог, ты себе тоже плюсик ставишь из-за того, что ты его нашел, увидел, не пропустил. Да, для женщины это плохо, там катастрофа может быть даже вплоть до того, что… Но ты его не пропустил, ты себе плюсик ставишь, что ты его нашел, вовремя нашел, что ты диагностировал и дальше женщину отправил, чтобы ее обследовали нужно, и все, что нужно, сделали. За более чем 20 лет Сергей Сухоруков не разучился любить свою работу. Скорее, напротив, стал более требовательным к себе. Самое интересное, что в медицину он никогда не рвался. В ВУЗ поступил за компанию с другом. Хотел быть хирургом, а стал акушером-гинекологом. И об этом выборе он не пожалел. А ультразвуковая диагностика, шутит доктор, как приятное дополнение к любимому делу. Светлана Кель, Григорий Волков, программа «Время местное».